храме в честь иконы Божьей Матери Живоносный источник многолюдно. В Саров привезли ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Ковчег торжественно встретили в Саровском монастыре. Чтобы приложиться к святыне, выстроилась большая очередь, ведь времени мало. Ковчег с мощами ждут и в воинской части. 9 декабря, день памяти святого Георгия Победоносца, символично совпал с еще одной датой – Днем Героев Отечества. Верующие молитвенно обратились к небесному покровителю всех воинов. В храме в честь иконы Божьей Матери Живоносный источник прошла божественная литургия. Затем клирики Саровского благочиния поочередно совершили у святыни молебны с акафистом. Мы сегодня молимся святому великомученику, чтобы он своим предстательством и спросил у Господа победу, чтобы сохранить наше отечество, наше воинство и всякого человека, привлекающего его помощь. Великомученице, победоносце Георгий, помогай нам. У мощей Георгия Победоносца помолились и военнослужащие Саровского соединения войск Росгвардии. У святыни дежурили волонтеры, которые раздавали верующим иконки святого великомученика. Всероссийский молебен о победе с принесением мощей великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви начался по благословению патриарха Кирилла 6 мая. Ковчег уже находился в Нижнем Новгороде и Арзамасе. В Сарове мощи из монастыря привезли в воинскую часть. Оттуда святыня направилась в Иксу. В Нижегородской митрополии мощи будут прибывать по 24 декабря. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.